Это там. Все, пойдемте уже это почистим. Макс, ставь шкаф. Ок, сейчас. Мы Фокса Так, суманем. кто призыва? Чё, а кто танчит? Мы Фокса суманить и все. Не остался лишний талант. Конечно, кто будет? Почему я не могу найти танка? Слышишь этот Шалфир? Чё? А ты долгонога выбил? Нет. Я вот на мифика нажал, а у него долгонок. Он вот задоначил долгонок. А, нечестно? Нечестно. У, сука. А у меня вот это есть. Мне теперь не нужен долгонок. А, да? Типа лучше? Или похуй? Да, это намного лучше. Знаешь, Ваня, там раскидаешь там пачки сам, когда захочешь. Там уже раскидано, я уже все раскидал. А, он понял. Только стелси почему? Третий пати. А еще приму камень в дар. У меня тут в плече камень. А я хуй знаю. Закинь. Да, Синдерай закинул. Нет, она же хил. Ну она хил, я закинул просто на Синдерай. А куда? А может вы меня в нормальную пати кинете? Куда тебе? У тебя нормальная пати? У тебя здесь Зандалар у тебя да. есть? Эльдар, Зандалар. Синдерай, что тебе нравится. Блин, где нормальную пати раскидали? Вторая что в говне? Дай мне не любишь этой пати. Ты мне главное танчить. Дал тебе помощником, да, короче, заебись. Забей. Буду танчить. Помню. Да. Я чуть-чуть подуплю, потому что мне надо выставить. Я не понимаю, а я что, дамажить? Или что? Или кто дамажить? Забей, пока это, сейчас, пока хиль не знаю, там, что там, в каком спеке сейчас ты. Сейчас мы это... Сейчас мы вызовем Деда Мороза. Дай сюда шап. Он не отдаст, он дорвался до власти. Я деда пытаюсь вытащить отсюда, чтобы он это зашел. Здорово. Так где-то даюсь. Деда молчит. Скажи хотя бы букву одну, да? Ну бейте в одного танка, бейте. Понял вам. Так выйди из данжа, спек, не с чем проблема. Так а чего в одного, в два бьем же? Ну, холи дринка и вилаш, одну танк. Да? А вы спросили, блядь, я переоделся нахуй? Ты ж был переодетый, я посмотрел. Угу. Мы сначала чистим трэш, фармим воронки или что делаем? Или идем на робота, или куда идем? Я не знаю, Слава ничего не говорил, поэтому у нас еще ПРТ стоит типа ОКО. Ну как обычно, блядь, с удобством. Приказов не постоянно, ну не приходите приказ, так что мы идем в ОКО. Хуй знает. А Лока Т4 поменяли что-то? Да, там да. Сменили у вас вину демонов. И... Так, мини. Алло. Алло, да, как там с деньгами? Алло. Да алло. Слышим у тебя, алло. Колбу не дало. К сожалению. О, бляха. Так ты ответь, блядь, пацанам, что им делать. Что делать? Хуй знает. Спрашивают, куда идем, ты время. Мне кажется, я сейчас в Оке стою хилю. Муравью приделать. Интересно, куда мы идем, я хуй знает. Странный вопрос. Чего? О, хуярь его. Где танки? Вот так вот, нахуй. Саня, я танчу, бля, заебись. Че, у вас фул? Нет. Два места. Не, нахуй. Сори, это ваншот. Так, где Транквилла? А где Транквилла? Кто-нибудь скажите мне. В рейде. И даже щитки раскидывают. О, появился, отлично. Чудовище по сосу, нужен будет этот, блядь. Как скажете? Говорится, пососи, пососи. Но это не надо, это хорошо, но мне плохо. Никто не лезет при том.
Тема сначала Алара, потом всех остальных. О. Проницательно убейте. Нет, сначала робот. Воронки фармить не собираетесь? Что, хочешь забег сделать получасовой или часовой? Ну, сделайте. Завтра тогда будем убивать. Этого как он, блядь? Да по сути нахуй сейчас это ничего не надо. Ну, эти все воронки, это вся хуйня. Я вот без Т5 играю, мне как-то нормально. Хоть у тебя переапанный класс. Да, уже на гильдии. Т5, ладно. Нахуй это Т5 вообще, ну... Так у тебя класс переапанный, конечно. Ну, он, Слава, как кто я переапан? И говорил. По поводу вайши трэш, что тут больше никто не бьет. Не знаю, я, ну, я пока не убью сам, я не буду понимать, что лучше там. Их просто кайтят по ДК, вводят демаража. Если это просто, надо посмотреть. 4 штуки их максимум будет. Надо посмотреть, я не знаю. Понял, наверное. 4 штуки их максимум будет. Их вторую и третью фазу просто... Это зависит еще от того, убьется ли каждый зеленый голем. Ну а если он не убьется, ты не переведешь ее на вторую фазу. Это вайп. Нет, я не про то. Про то, что если одного пропускаешь, ты уже у тебя не 3 их будет, а 83, блядь. Этих больших. И стражей тоже. Стражей бить надо, блядь. А место стражи, где. Да. А место, где кайтить этих петухов. У тебя... Там что, место нахуя, что ли? У тебя лутер. Групповой стоит. Ну, пускай этот трэш будет на групповом луте. 100 голды. Жетончик. Да, 100 голды. Ну жмите на жетончики. Вот эту хуйню. Ну пускай жмут те, у кого вот есть прокачка. Вот эту хуйню тоже рольте. Я крестик нажимаю. Хорош. Просто от воронок отказывайтесь. И все. Если они, конечно, будут. Не будут. Нет, не отказываешься. Я не откажусь, да? Что-то легко попил воронки. Я там сейчас еще приведу парочку. Ставьте шкаф. Никому не вести трэш. Хорошо. Сейчас убьют. А че, мы у робота убьем, кто-то апнет кусок, откроет или что? Я? Ну почему у меня появится? Ну а. Давай, если... блять, Алара нахуй, я через час уйду, блять. Нет, Слав, если хочешь, я могу прям сразу пойти и запнуть себе 3-2 куска, мне похую. Типа, мне у тебя есть жалко. Апать? У меня хватит денег, нажмите, чтобы... Нажмите на шкаф, уважаемые, сзади вас. Ебать, ты из студии транслируешь свои мысли в наши головы. Только нам придется до хуя денег скидывать стену. Ну, фэкнет, может, кто-то. Кто у нас там танчил? Лидрин, Клингрен и Юлия будут танчить, да? Мы же трём танчили, четвером, блядь. Четвером, да, по-моему, заменяться надо. Кто будет? Я веду. Кто будет? Что, сразу Лара бить будем? Я могу еще потанчить. Нихуя себе. Дожили. Ты что, алло, мне вести? Там, да, ты прав, там лежит моя триня. Какая твоя триня? Какая? Подробно. Ну, как бы на 23 тела. А ты вообще хули не в рейде, блядь? Я в рейде. Где, на ком? Что, а, Юля, бегай. Мурлок тоже в рейде, но на мифике. Слава, ты танчишь или Алара, или про что ты говоришь? КД. Танчить Алара, да, да. Будешь танчить, будешь это самое, блядь. Хуй знает, снизу надо бегать, страховать, как я, короче. Потом босса танчить с кем-то. Я бы сверху побегал. Я тебе еще раз говорю, у меня час по времени. Юлия, отходи, сейчас я приведу еще одного.
Ну это кубик жмем. Кубик, блядь. А чё, блядь? Кидайте кости. Чё забирать его? Кубик ебобаный, блядь. Холидринка аж мана кончилась, похильте его. Я аж такой кляжа сдох. Где в итоге Витя, блядь? Он на работу сегодня вышел, приводи, я сказал, что скорее всего... Он уже часа два, а то и три как дома с работы пришел. Может, там перерыв был большой, хуй знает. А ты откуда знаешь, блядь, что он пришел? Ну, он с нами сидел уже. Отец его. А работа такая, все знает. А мы двоих сразу зальем? Чайник. Вообще. А почему не зальем? Ну все, тогда кость хватает у меня второго, я... Если вот все бы еще в угол бы встали, вообще бы 200% залили бы. Тут, блядь, в углу опасности, а тут мой, блядь, большой торчит валанир, нахуй. Какой там большой валанир? Ой, блядь, я что-то сейчас в этом... А, 5 сантиметров, это небольшой. Огромный твой кринж заторчал, блядь. Шо, блядь, сусли 5, нахуй, нихуя себе. Шо, преуменьшаешь, достоин. Сантиметров, дай бог. Внутри, блядь, как я просто, блядь. Вижу, почетное третье место. Считаю, нахуй. Это ты, блядь, хуёво видишь там. Да-да-да, я вижу, почетное третье место. Почетное, блядь. Это я на самом деле... Меня. Это даже я не хилил, это Волонир сам хилил. Почетное третье место с конца? Нет. А, уже пятое. Ебаный рот. Сука. Заходи, там не то, что ты смотришь, нахуй. Мысленно я на первом. Так, а почему не работает 4Т4? Не линкуй мне эту хуйню, что это ты такое? Ты мог за ПВП-шиться, если тебя кто-то пиздил. Да. Что там, больших какой-то... убили, нет? А, последний остался. Последний, пошли обратно. Уйдите оттуда сейчас у вас. Там еще малый пак, вон справа. Малый пак. Да, малый сейчас вам приведу. Вары вымерли, да, сука, надо вары делать. Да я на варе хочу мейнить, блядь. Чё ты, блядь, мейнить хочешь, ещё накурился? Вары не дамажат, да? Сам же говорил. И сам хочешь вары мейнить. Я говорил, вары не дамажат? Нет, ты, я с варой. Не дамажат только твой вар. Да я понял, я понял. Я, блядь, уже в РСке затестил урон, мне понравилось, блядь. Потому что варм все. Вот и всё, не фурики. Уважаемый, кто может слетать на аукцион? Кирсори, чекни последний урон. Там у нас кошка, у нас типа кошка в рейде постоянно есть. У нас, блядь, комбата нету ебаного. Это 4% физы. Mm-hmm. Ну, типа, у Армса тот же самый баф, типа. А который есть эти. У нас мутик бесполезный. Я вообще не про, про не про ДД вара говорю, про порту вара говорю. Заметку мы посмотри в гильдии. Бля, я сказал, что я могу уйти, чтобы почти с креста и мейнить протика. Что у него мутик бесполезный в заметке? Бесполезный. Ну это есть в Ютубе такой челик бесполезный, но. Обзор у него смешные, нахуй, на Elden Ring я смотрел, блядь. Это мой. Бесполезный твой волонер. Это Сержа. Тихо, нахуй. Опа, 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 опа. За что, блядь? За живое, да? Не бровь, а в глаз. Пошли, ёбаный, на робота, нахуй. А там скорее давай, пошли, блядь. На робота. Роботы и боботы, блядь. Уважаемый, кто может загонять в аукцион, купить символы? Какие нужны, скажи? Какого нахуй робота, Алар? А как ты их возьмешь? Как ты их возьмешь? Ну, обмен-то я могу взять, обмен-то ты можешь могу. Поставить шкаф, изгонять, да, и мы тебе самонем. Там призом взял, несу. Пишет. Сейчас. Только нужна почта будет. Жертвенные огонь и порча. А, вот, мне дали. Я вон сейчас, все, блядь... мне дали, все, мне дали. О, у нас лок есть. Сейчас, 25 навара, блядь, куплю, у меня больше, чем ТК будет. Да, сейчас я сбегаю, Леха, спекнись с танка. Вар нормально. Сейчас я приду. Хотя бы, засуманить. Ну нету армсов, блядь, и крик, и да, баф. Да, да, заебись тема. Еще вмешательство мне нормальные пацаны дают. Да. Ну тут сейчас, честно, с вот этими танками похую, на самом деле. Но... Да не, все равно решает дохуя. Ну если не давать, блядь, хуй знает. Не, ну они очень много агро набирают. Потому что скорее же, что в Т4 поломанный агро, вот и все.
Поэтому там игра много было. Блять. Надо рейтинг танка делать, блять. Ебать, он там лужи агро будет набирать. Пробовал, не получается. По спеку не получается. Ой, блять. Пробивает. Мага-то нету, сука. Типа кап дефа собрать не получается. По таланту не хочется скрыть. Там хоть кап дефа, хоть еще что-то, без разницы. Пробивают нормально. Пока я вилашу. Хилы что? Моча! А, туда! В смысле, моча, нахуй. Туда их, правильно. Ну, умер? На, нахуй! Нехуй разговаривать. Нехуй разговаривать. А кто отвечает за там? Хэпал? Тихо, нахуй. Хвала нером. Это значит что? Хэпал, мать? Там попиздишь. На хэпале у нас кто? Кто? Кто, ёбаный? Понятно, РЛ. РЛ моча? Нихуя. Ебать, вот это пиздец, конечно. Я в ахуе. Вот это было сильно. Как же ты все время за меня боишься и гварда кидаешь, по инста охуеть. Шкаф дайте. Ты не дам, поэтому страшно. Стой, не агри, шкаф ставьте, Макс. Да они не дамажат вот эти мобы ебаные. Я видел, как Эвилаша сложила пополам. Так это она не задоджила, потому что хуйню, это там ваншот. Кого там сумонить надо? Надо от текстуры, типа, его. Вентилятора и холидринг. Дался мамка до минуты, если не срабатывает, потом плевать. Плевать. Символ стоит, победа. Блин, ты там, блядь, монитор протри, блядь. Он еще раньше был запачкан. То не увидишь нихуя сейчас, блядь, на кого напуливать. А чем запачкан хоть был? Я метасирус открыл, посмотрел, что АДК в 2Т5, блядь. Тыкните, ёбаный. Робота 40 тысяч ДПС отдает. Пиздец, я понял, ах. От сметанки мыть надо. А чё, будем 4 хила хилить? А чё вы встали, я не понимаю, блядь. Ну танки думают, блядь. Вообще 25 хилов. Кто будет умирать? Нормально того, чисто понял, чтобы Гоша опять убить. Правильно, нахуй. Хорош, где хуй стоять, его. Бича это. Дай его. Нахуй, блядь, я убираю, что... не нахуй что-то, пристай, я играю. Понятно, в Вали. Понятно, бичи моча. Блин, ну у нее когда-нибудь получится. Ну чё вы за угол заходите? Я крыльями промазал. На следующий герой ждите меня на баре. Я не шучу. Я ещё и крыльями промазал, по призану дал. На хэпала зашел, танки хуёвые, блядь. На танка зашел, хилы хуёвые, блядь. Чё делать-то надо? Да, потому что на каждом классе пулишь, блядь, не как играй, хочешь. Да. Кого пулю как хочу? Прям как у нас это вчера в мире было. Блять, в десятке. Всё, блядь. Не все, блядь, а все нахуй. Я не забуду эти пулы. А, ну да, 3 секунды, на, пулим. Как хули мы стоим? Это что, моб, ёпта? Ну тогда с пулей его. Припоты, потому что пьем славу, чтобы эффективнее убить эту дуру, а не стоять дрочить, как мне нафиг делать. Конечно, нахуй. Припоты на мобах. Ну вот это валаниры свои не дрочим тут, понимаешь? Все, хорошо, тогда на пуле 5 я просто буду кидать чуму в босса. Дайте я моба потанчу вообще на похуй. Че, вот череп, блядь, его зергать надо, че, блядь, может непонятно быть. Че, может не будем зергать его? Где там? Я хуй знаю. А давайте просто всех мобов сойдем, да заешь. Ой, да кто побежал? Ой, погоди, там. А зачем он сдох? Ражник побежал. Что сделал? Он устал. Я решил полежать. Бля, где бан? Вот так вот. Нету. Такой. Бан изгнания. Нет, да я первой ищу, ветке. Ищу. Первой ветке. Ладно, я не был неправ, он меня уебал. Нашел, нашел. Я, говорит, не прав. Не так делаешь. Тут и что? Он меня уебал, я был неправ. Дайте мобы не дамажит. Он что-то, блядь, две в ряд выписал. Сколько? Кто мог такое знать? Через полсекунды, блядь, он мне дал чисто поплюхи, воля нахуй. Случая 28 получается. И 37, вот это, блядь, понимаю, молодец. Да, это не дамаг. Вообще-то я не должен был умирать, если бы было. А хули он раз в полсекунды, блядь, меня бил? Какого хуя, блядь? Я его даже, блядь, не бил, там ни парихаста, ни хуя не должно было быть. Нет, не должен был умереть, но тебе было молитва восстановления. Зэ? Ну, чё страшно? Должен был после первого удара прокнуть. Поднять себе, зэ. Сдашь ты ещё арифметику свою.
переапанная хуйня. Что, блин? Я знаю, блядь, что у тебя по арифметике было, нахуй. Без ошибок. 2 плюс 2, блядь? 0 ошибок было. Еще ошибка. Бля, про 0 ошибок смешно, блядь. Сержу за контрольную 2 получаю в школе. Да у меня там 0 ошибок было, блядь. Косплей не хочешь? Нормально. Я никогда не говорил, что у меня 0 ошибок. В смысле? Ну, типа, ошибаешься, да, как все, да? Ну да. Как в Седжу. Ну, когда я вот в конкретном случае робота идеально забери. Сыграл, я говорю, что я идеально сыграл. А зачем сыграл? Ты забираешь? Я кузнеца вообще. Ну, по, я же не говорю, что я каждый раз идеально играю. Я ж нет. А что там, по обычаю? Я на сегодня рога трахал просто с ником 0 ошибок. Как же он ебёт, боже. Да это додик забей. А зачем раз, ты его переагриваешь? Ебать, он ебёт. Да я он хочу, не переагривается, Лёха, там механика такая, что он после каста агро в ноль. Да он не касит, просто переагривает. Я не просто таунтил как будто. Не, я не таунтил ни разу. А-а-а. У тебя еще просто Т5 нету, ты, ну, всё, пизда, не познал иди. Силу паладинского агро. Дай 5 минут, блядь. Да. А так бы мог бы спокойно стоять. Короче, Слава, я сказал, я на следующий гель иду варом. Только ты гель. Сказал, да? Ты сказал, да? Да, и не ебёт. А тебе разрешили? А мне похуй. Я понял. Правильно, так его. Давай, может, туда, что, я ярм сам пойду? Ты на сам на быках. Либо варом, мне либо не накопало походку нужно. Да я так-то не против, блядь, хоть пускай даже вон съезжу зайдет до ДКшником потанчит. Мне так-то похуй. Он не пойдет. Мне локом. Самое главное, чтобы это результативно было, чтобы не было мочи какой-то там. Я очень результативно потанчил. Ни разу не сдохнул. Ну что, я в РС-ку завару нормально, по-моему, сходил. В анколику в скиншмоте. Ну куда? Скажете, сюда, не туда. Пойдет. Куда вы побежали, блядь? Че вы делаете, сука? Уже слева сагрили, пак, не трогайте. Мифик, ты че, баран, что ли, нахуй? Это синтак. Я знаю. А, нахуй. Вот этого я, по-моему, могу. Духовая плита синтак. Череп зерга, без метки, и выйдем за углом. Нахуй ты агришь так? Шли налево. Нахуй ты агришь, блядь? Не агри, сука, без команды. Блядь, ой, это ты их всех, ну, блядь, заражаешь этой херней, что они просто пулят, блядь, черты видят. Бейте. Какой хуйней? Это что должно быть в голове? Там два моба, рейд стоит, нихуя не делает. А здесь мобов и распределить надо, блядь. И отходите от коста от этого 5-секундного. Все, блядь, заебись. За угол не забегается, да? Или что? А он за текстуру бьет. А можно просто на нормальный рейндж отойти, тоже не пробьет. Вот этого механика. Разбани. Бакс, разбани его. Бакс, разбани его. После этого механика... Тихо, блядь. После этого механика всех резы. Вы скажете, когда бичами пойдете? Я тогда не приду на РТ. Смотри, а кто помогать будет? Этот рез идти. Вот эту пачку сначала убьем. Бог. Вот сначала череп убиваем, одного механика в контроль, на одного похуй, уничтожителя к стене. Давайте левого механика добьем уже. А мы слева левого. Один. Потом там добьем, блядь. Встреч. Уже спугнул кто-то. Не, ну что так одиноко стоит? У меня гриппа нет, так что это не я. Будьте еще пиздец, я мутану нахуй. Череп первый, вот этот ближнего механика контроль. Череп первый убиваем. Там если будет кастовать, он сразу станет. Давай этого. От этого механика давай. Пускай большой пока танчится там. Ну, потом второго механика большого. А механики что-то делают вообще, блядь? Ну, делают. Убивают. Там пилы какие-то кидают. Ну, просто они так обычно быстро умирают, что вообще похуй. Они усиливают же этих големов, нет? Не-не-не, это вот эти, которого мы первого. Кузнецы, убили. Да? Кузнецы они усиливают. Лучше. А этот что, зеленую херню какую-то кастовал? По тоже голову. Тоже что-то кидает. Но я не помню, мне что там, как читается баф этот. Все, похуй, короче, он тут.
Кто-то вообще покупает вот эти вот баджи? Да, я постоянно. Да, ну я купил себе 100, ну блин, 100 штук, 100 фласок себе взял, да и все. Фласки как бы за 20-30 голды, знаешь. А там что за репа нужна, кстати? Алдор, шатрата и... И кинорийская. Шатара какой-то. А как вы ее качали? По этим? За РБК. Покажи, качаешь, РБК или баджи. Просто в центре Долоран стоит там чел, за баджи у забытого просто, да. Короче, смотри, я могу перекинуть самый... эти бульки на другого перса? Нет, не этот... персональные. Первым всех этих мобов контролем, механика контроля этого эфир, в первую очередь дергаем череп. Его держит Юля под прожимкой. Когда незыбка кончится, дашь ей крылья или зубы там. И панцирь на вторую этот нажмешь. А крестик берут Лингрен с Хулидринком и отводите к этой. Либо к углу, либо ко входу, чтобы выйдеть за углом эту хуйню. Викосифилис, грипнич, крестик сюда. Ближе к выходу. Они ж не грипаются. Не грипаются? Не, не грипаются. Я еще думаю, разве они грипаются? Ну попробовал, не грипаются точно. Череп, череп, быстрее. Опа, вы отводите. Отводи. Их свели, блядь. Сейчас полрейда шотнет нахуй. Пах. Кузнец там усиляет. Кузнец это далеко ушел. Все, в крестик играем. Ран. Крестик играем. Та сука такая. Ну че вы, блядь? Ну, Юля, иди, выйди. Кузнеца зафиряйте. Давай ей прожимку какую-то, ну, блядь. Нормально. Отходите, вы можете отойти на 5-секундном косте от этой хуйни? Крутые парни не смотрят на взрывы. Ты давай танчи. Я не понимаю вообще, в чем сложность за стенку зайти, блядь. А, я сдохну, я не успею. Ладно. Там слишком дохуя прилетает. Блять, мне кажется, про товар, блять, просто смотрит на нас свысока, ну. А чё, он рефлектит? И плачет. Он рефлектит, нахуй, одним нажатием эту хуйню, блять. А я предлагал сделать. Блять, надо за армса идти просто, блять. Таунтить, рефлектить и всё, ну. Забывать вообще. Ну, если одеваю себе армса. Да ебать, там IQ надо, блять, две кнопки нажать, охуеть. Заходи, Сарпса. То есть какого трая? Проходки. И робота убил. Так, сколько мы хилов тогда хилили? Сделаем. 5-6? Хорошо. 5. В 5? Да, 5. И туда хуя. Отдайте чисто, пожалуйста, ребят. Ну я-то был в холике, я тогда просто ни хера что не делал. Так. Ставлю ребят. Рыбу. Тут одного транквилы хватит. Два танка? Ну да. Чё я буду дамажить? Серьезно? Вау! Нихуя себе! Хочешь, можешь похилить? Не-не-не. Не надо. А до пипа не хочет, смотри. Да пофиг, я и так на первом месте. По приору. Куда чё выше? Сейчас припустим тебя, ебать. Сальву не кинешь, нахуй. Сорвешь босса, бля. Сорву босса, потанчу. Сорвешь босса, ГП. А, не, нихуя так не работает. У нас все работает. Я понял. Махилишь меньше, чем транквилы от ГП. Вот задумайся, да? Босс не таунтится, значит за ретрика можно что? Правильно, таунтом дамажить. Ну да, кстати. Нормально, кто там первый состанчит? Кучить, да? Между прочим, там, блядь, у ретрика хватает кнопок, чтобы они в КД были. Кому так, первый на полке? Он же без КД. Кто первый танчит? Мэтфокса потеряли. Мэтфокса потеряли. Я имею в виду, глобал КД на него нету. Да, да, ты можешь его просто, ну, вне ротации жать по КД. У нас потеря. Не, если он вернулся. А можно саппорт у кого-то взять? Вопрос в том, сколько он... Саппорты быстрее, блядь. Танк. Чё, саппорта нет, что ли? Да. Ну да, у меня вообще без ничего нет. Кого на пол? Шо, он же на чужом персонаже. Полидрин. Мы уже этого босса убивали, okay. Так что все класски свои. Вот так, да? Тут вообще ничего нету, я даже... Бич. Ой, блядь, кстати, я твинку не зарядил, нахуй.
Опа, эвокейшн кастует паладин, блядь, наблюдаем. Лёха, отвыкайся в третьего танка. Вы же в два хотели. Ну чё вы? Ну, чтоб меньше бичей падал. Чё, страшно, что ли? Ну, давай, попадай. Да, мне-то похуй, вы попадаете. А почему меня из пятого пати выкинуло, алло? Алло. Что это за представление? Охуенно, у меня пати 0 радаров, 0 зандаларов. Можно мне вернуться обратно? Пейте ДД. Ты пати, в хиле, что дает? Ли, или чё? Ты в хиле? Ну, да. Три танка, 6 хилов, да? Ну, ну хочешь пусть... сейчас спикнуть в ШП? Не, танка ДПС. Ладно, похуй. Получать удовольствие. Становитесь себе в звездочку, блядь. Чё, с нулевой вся звезда? Что-то изменили? ДПС изменился, походу. Раньше же... Так, но сфера не прилетит нам тут, поебло? Не прилетит. Не, если побежим сразу, то нет. Там же хант есть. Да, чё. Вот осало. Вот она и сфера. Которая свисала. Глеб, нажми сальву. На полу в лейн гранадай. По агру там нормально? Надо будет сальву говорить, короче, не смотрю. Гляд, сталь. У меня КД еще 20. Ну, я вижу. Да, я дам тебе. Капец. На пол давай вавила. Слава, по водикону сальва. No. А можно я верник бью? На пол и вавилаш.
Можно иннер? По транквилю. Катрите о форме. И давай водиком. На пол в полидринка дай. Хамазе к Сальву по Катри. Авиланец сам по себе. Угу. Подход туда, сюда. Почти догнал Вайда. Нормально, так. Так, чё, на блудина кому? Так узнает, кто там. Окей, все же, как поломанные, это 4, а? Кому там вторая? Поломанные? Он, кстати, нормально. Вторая у Лани. Кот, ты опять не передамажил, блядь, что-то 4 рогу, нахуй, я в ахуе. Чё, прикалываетесь, думаете, я с фулл приором сейчас возьму? Нет, я не возьму. А, ты 2-5 видел? А, лол, я слабый, кстати, бил. 2-5. Когда я хотел взять, мне не довелись. У меня две шмотки красные были. На ДК кто берет? О, смотри, две шмотки красные были. Че, Лара, идем бить? Я хочу трыню. Я хочу передамажить этого Сэджу на 4К. Этот, кто там на ДК? Че там? Сейчас гляну. Некромантики нету. Консилятор руки. Вот консилятор. Я думал, Шалфир передамажит. Там еще Хокмастер же вроде, нет? У меня две шмотки были красные, сломанные. У Хокмастера же... Я понял твою отговорочку. Нет, серьезно, я сейчас запомнил. Сломанные руки. А, консилятор. Не руки, а пояс. Где-то хуйня надо. Ну, понятно, понятно. Так бы передамажил, скорее всего. У меня еще лагает там. У меня все эти эффекты дрищат. Че, у меня СУ? Тебе пачки? Поставил бы патч. Ну, я не знаю, как легче там на лагере. Старый не работает, я его ставил. Не, я тебе новый кину. Смотри сам. СУ, не? Смотри сам. Ну, ок. Так, призон и консилятор. Че, мне спекаться? Хотя не, хочу в медике быть. В пизду нахуй. Этого приносит удачу на треню. Так, призон. Нечем. Попробуй вот этот. Консилятор 2 куска. Бля, ебать, когда твой хранитель ДПС апнул, блядь. Аж на 2К, я в ахуе. Просто палка, нахуй. Со статами. Просто палка, блядь. Ну, она тебе премного дает. Она мне в манекен дала, блядь, касательно. Так, Юля с Хулидринком наверху, да? Правильно я понял, как и в прошлый раз. Внизу Лингрен и Сифилис. Сифилис страхуешь, Лингрен мобы вводишь, мобов убиваем. Как танчить? Помнишь, как я танчил? Или кто? Или Хулидринк? Ты помнишь, как я танчил? Босса с Юлей? Я на трэш. Ну, блядь, а кто тогда босса будет танчить? Ну, Сифилис и... Я могу наверху даже побегать, без разницы. Блять, я про вторую фазу говорю. На первой фазе Хулидринк и Юля наверху. Когда босс перерождается, блять, нужны два танка на босса, два на трэш. Хулидринк на боссе будешь с Юлей, а Лингрен Сифилиса мобов будете подводить из-под босса. Когда босс появляется, мобы возле него появляются. Огонь ретрики возьмите. Сколько мы хилов били? Так же в 5 вроде было. Точно? Да. Да, вроде. Надо смотреть видосом, то есть смотри, сколько там хилов было. Уж помню, вроде в 5 это еще приходило. Гоня, любишь ты этого... Как он называется? Шипышник. Бесполезный класс. Давай, Невич, ты покажи свою мощь. Да, осталось только найти кап меткости. А, осталось только брать перекап меткости. 8.73. 14.68.
Так. Сифри, значит, страхуешь, помнишь, как страховать. Звезда это Хулидринг. Кружок это Юля. Как бегать, вы помните. Босса по кругу, когда будете заплатки появляться, по кругу ведете. То есть не ждете ничего, пока рейд сдохнет нахуй в этих заплатках. А, надо еще воду себе добавить. Как она там называется? Ебаный в рот. Сейчас револьвер. Ебаный бастон. Я тебе выебу нахуй. А если с пламенем дотягиваешься до Лара, можно какую-то другую позицию занять? Я тебе выебу нахуй. Не, бро. Я тебе выебу нахуй. Я скоро четвертый кусок одену, забей вообще. Не-не, я тебя выебу. Ну ладно. Как у тебя, я еще ботинки все-таки полутаю с каратресса. Еще зап выбью нахуй, жестко, и все пизда нахуй там. Дотка будет. Дополнительные полутаю 10%. Не полтай голову. 10% от максимального. Этот как его? Ну, за рейд, вот, допустим, 600, я 60 лутаю. Не, да это, блядь, это копейки, нахуй. В море, блядь. А надо косные скидать на босса? Ну, не знаю. Не, не надо. Не надо. Я был, это было такой, меньше, просто, чем уровиста на косарь, потом я его обогнал. Где-то недели за две. И, или что, тебя покормить? Это, после того, как ты, ну, всех, короче, объединил. Мне нужна всего лишь взаимность. Сейчас, да, поставлю тебе. Ну там было большое, но, а? Но уровиста было больше на косаре после объединения. На, уменьшись, сука. Ну прям дохуище. Что ты поставил нахуй? Ой. У него сейчас 21 меньше, чем у тебя, блин. Да, ну я и говорю, я стал кидать 10% вот эти за это. За то, что релишь, типа. Все готовы, дает счет. Просто я счет даю. Ну так, похуй. Вообще на похуй. Да, где пух? А то, что босс хуй знает где. Хуй знает где, блядь. И хули ты пиздишь, нахуй. Не, достаю. А чё, нельзя? Ну, тури. Давайте, покажите топ ДПС, ну. Понимаю, он недавно выключился. А блядь. Что там, блядь, боссов подземелья не убиваем. Смотрим, короче, внимательно, блядь, это. За всей хуйней смотрите там, блядь, куда он летит, зачем. Потому что я смотрю в таблицу, ну, вуду, нахуй. Умножение. Да, мне деление, нахуй. Ебать, история вкусная, нахуй. Дальше полетел. Маба, подводим. Боже мой, спасибо. А, он сразу забрал его, пойдет. Что-то Юльку не могу кинуть, блядь, частицу, нахуй. А вот. Вставайте, танки, которые на платформе, Юля, Хулидринг, так, чтобы снизу хэпал мог вас видеть. Потому что если вы там стоите где-то, блядь, не видно через вот этот балкон, через пол, я не могу, нахуй, блядь, кинуть, нахуй, частицу на вас. Имейте в виду, нахуй, проебетесь там, сдохните, нахуй. Что там сифилиса бьют? А, ты танк? Нихуя себе. Вас ебут где-нибудь, нахуй. А чё, моба бьём? Один фуловый, один полуфуловый. Один только появился. Хулидринг, забагался. Хулидринг, выставь жопу, блядь, частицу не могу повесить. Я не из ваших. Тут один что-то, а, все бьет. Один, блядь, уголёк Авара. Один плюс один это два, нахуй. Ну, пять себе, блядь. Лучше, подглядывай. А потом, блядь, бисектриса, тангенска, тангенс пошел нахуй. Уголёк бьем. Лингрен, я следующего заберу. Вон он выпал, ебать. Нихуя не выпадают бодро, ебать. Хуя себе, блядь. И проводи, уголёк проводи. Забиваем. Забивайте уголек. РДД, сука. Птичку жалко. А, понял. Вторую. Ой, блядь. Зачем натечить сюда, сука? Давай я заберу, вдруг подстрахуй придёт. Уголёк, бейте, РДД. Хуй хили. Да подстрахуй, братуху. Но. Уголёк, на следующей платформе он. Забери второго, я побежал на ту сторону. Переводите и сразу на ту сторону. Стоит. Конечно, ёбаный покос. Какой-то хил отставайте, там вон стелси подхиливай. Я стелла у хпшного заберу.
Так, что это, хулидринка надо хилить? Шо? Ты туда же веди просто. Ну я веду потихоньку. А не, может не хилить. Да я и смотрю, дамага нет нихуя, блин, нахуй я вообще в хиле тут. На следующей фазе. Зачем тебя из волонишься, блин? Туре, блять, удалять пора, нахуй. Пыль. Не знаю, торде вендор. Уголек. Че ты он бесконечно летает, че за хуйня, нахуй? А где гомосек, сука, не тухни. Че ты делаешь? Бабл нажми, блять. Шипешники, блять, свичнитесь в уголь, нахуй. Шипешники, сука, свичнитесь в уголь. Даже шалфир сгорел. Я заберу. Туре, нахуй. Так, стоит плиточку кастует. Юля, да, вообще блядь, дамага не получает, просто ноль нахуй. Стоит фуловая. Абсорбит. Абсорбит, нахуя. Вообще абсорбит в ноль все. Смотрим, куда босс полетит. Внематочно. Выпал уголь, либо. Он выпадает, ебать, как какашка. Ясно. Активного бейте, активного уголь. Уголь бейте. Вайда в Муткин. Сука, я так и знал, блядь. Вот как Седжа надо, блядь, булить. Заливайте в темпе, в темпе. Это хп босс. Тебе нравится, когда тебя булит? Я тебя сейчас забулю, блядь. Там второй выходит, мы первый не убили. Третий выходит. Да, включайтесь. Включайтесь в дамаг по мобам, блядь. Чё за хуйня? Мобы, блять, и две штуки причем. Зергайте быстрее мелкого. Он хп босса отнимает. Больше, чем вы по боссу нанесете. Только возле него не стойте, блять, 20 метров от него, потому что он при взрыве, блять, откидывает нахуй. Смотрим, куда полетит босс. Если уголь... О, уголек забирайте. Ну, веди уже. Выпал еще уголь. А чё, бить-то я будете вообще или чё, нахуй, я не понимаю. Лингрен, ты держи двоих, я на ту сторону побежал. Потом тяжело будет на второй фазе, мы обрыгаемся. А ГП тем, кто не бьет уголь, потом прикал. Я посмотрю, нахуй, не дай бог вы не били, блядь. По 25 прилетит вам, блядь, убили мы босса или нет. Чисто вот за этот трай. Так что, сука, все включаем дамаг в уголь. Сука, сказано, все РДД его бьют. Почему угли живые, блядь? Или у нас РДД мало? Катрисе дергается. Я подвижная киса. Быстрее, там босса и так без вас убьют, мильки. Еще уголь выпал. Этого убейте и следующего, блять, убейте. Бехим. Уголь, уголь, быстрее, блять. Че, дамаг вообще есть тут, нет? Дай бог, у кого ноль будет, я проверю, блять. Да, на скольки стаках его меняли? Все зависло? Угля, бьем. Да. У всех зависло? Нет. Нет, провисло чуть. Два угля, бьем угля нового. Ага, говорю, на скольки стаках вы менялись на второй фазе? На одном стаке, там один стак. Под ним у тебя 80% защиты срезается. И тебе критует босс, и ты шотаешься. Он в основном, когда улетает, его кидает чаще. Блять, всего. Не добавил даже себе, сука. Просто релогнулся и запустил, блин. Угля, добейтесь. Прыгай. Все, поэтому притормозите уже босса добивать, и этого потом убьем. Босс исчезает. Еще один же будет сейчас. А, там... 800. Босс сейчас умрет. Выпал нахуй. Ну, блять. Подбиваем. Фулового подбиваем. Босс перевелся. Подбиваем фулового, но не убиваем. Да фуловый еще не заэтовался. Ну, когда появится. Не запустился. Все, начинаем двигаться. Так, босс на ком? Лидрин. С кем двигаемся, по себе? Отойдите от угля, сейчас взрываться будет. РДД, блядь. Уголь добейте, РДД. Вы будете лоу хпшный уголь бить или что? Убейте. Пиздец. Проводи, Вика Сифилис, проводи сюда. Ближе к вам. Мы же по туда пойдете. Давай, ведите. Да, ведите по часовой, похуй по какой, блядь. Двигаемся. Кучку звезду, блядь, сбегаемся. Босс сейчас будет падать. Вот где? Быстрее сюда. Все, двигаемся в сторону стены, нахуй. Вот, отлично. И все, дальше по кругу хуярим. Рейд максимально захиливаем. Уголь добейте. Юля танчит. Те Юля ниже отлетела. А, подводи, ну.
Ну сейчас ёбнет, добей. Дебаф и смотри хули дринк на себе, на ней. На 7 секунд, 5. Если вы углей не будете бить нахуй, нехуй делать, мы просто не, ну, не пойдем на этого босса больше. Будете дрочить, сука. Вот вы их накопили сейчас нахуя, сейчас углей надо бить, вот они. Их два. А босс сейчас исчезнет уже. Еще два будет. Ну бля, сейчас еще два вылезут, что потом будете делать нахуй, дрочить или что? Милики боссы. Катрисся гомосек. Лоу хпшного добейте, лоу хп. Стоп, стоп, он взлетел, никто не бьет. А, да не, он уже умрет, расслабься. Немножко подбейте, чтобы хп, чтоб хп было мало у него, чтобы когда босс появился. Вы в звезде стоите вообще, нет? Хп снимается, когда босс снизу, как я понял. А ебать, куда он упал? Чё? На тотем. Все, пошли, да, может быть, не знаю. Лоу хпшных отвели к стене, добили. Этих двух. Этих двух под боссом ауешим, нахуй, держим, ебать, милики, нахуй. Лоу хпшных убиваем. Убили, нет, РДД, не вижу. Одного убили? А Игот почему сдох? Все да же... все, оба убили, это два новых. Все, два новых тоже подбивайте, блядь. Ладно, потом. Помогайте хилить, хилы, сука. Заплаты выходим. Вот, вот у лоу хп уже нормально отводим. Да, двигаем босса постоянно. Двигаемся, сука, это босс, двигаться надо в заплате, вы подохнете нахуй. Дебаф на хулидринке есть? Или забери. Правильно. Блять, он взлетел у нас моб сейчас опять. Звезду встаем. Старайтесь не добивать. Ну, блять, все, звезду встаем. Добили, а, похуй, значит, IQ, блять, 10 нахуй. Это уже второй так моб умирает. А то и меньше. Двигаемся. Мы Фокса и Года ресы. РДД в лоу хпшных мобов свич. Сбрило. Как этот... пиздец. Водикон рез и хулидринка. Фулбаф по нему. Вы в огне, сука, не стойте. Вы что, слепые нахуй? Ёбаный в рот, блядь. Стелси, блядь. Пробегай быстрее сюда. Или прожми. Углей ведите параллельно. Быстрее ведите. По углям сыграли 20%. Все, стоп. Че он взлетает? Звезду собираемся, звезду собираемся. Где вы, сука, вообще ходите, блядь? Звезду видно, нет? Дай. К флагу отводите. Все, двигаемся отсюда. Добиваем. Уже нету танков, нахуй. У хпшных добили двоих? Вы бейте, блядь, имейте в виду, блядь. Быстрее проводи. Взлетел, сбежали. Звезду собираем. Да? Ну да, второго-то подведи сюда. Как его? Сифилис, быстрее, блять. Как его бить вижу, будет, нахуй? Отбегаем в сторону стены. Все, дамаг поделили, блять, обратно сбегаемся. Углей бьем, блять. У сифилиса не убитый уголь, вообще фуловый, нахуй. Хулидрин, почему так дамага дохуя получаешь? Может босса забрать надо или что, блять? И хильте двух танков на боссе. Юлю и хулидринка, нахуй, хилы. Посильнее как-то, блядь, чтобы они вообще не проседались. Заплата вышли. Добивайте лоу хпшных. Лоу хпшных РДД добейте. У нас гир откатилась. После появления еще раз дадим. И сколько добился, есть у кого инфа? 6 минут тут вроде бы, блядь. Углей, веди, веди, веди без остановки. Заплаты выходите, если есть возможность, стойте. Просто беги. Исчез. Взлетел, сбежали. Звезду собираемся. Подводите. Блять, почему моб за километр? Ты можешь его как хулидринг вести? Меня толкнуло. Клингер, блядь. Меня толкнуло. Так веди я сюда его быстрее, блядь. Веду. Как так дамажить вообще углей, блядь? Отбежали. Да вас всех убило. Нахуй вы под боссом стоите? Вы звезду не видите, хилы, блядь? Что под боссом появляются мобы, вы не помните? Или что, нахуй? Или память отшибла, блядь? Юля, забери.
Добельсы сколько? Есть у кого? Да смог взрыв. Добей. 3 минуты это. Ну все, беги нормально, блядь. Не дохните нахуй, как бичи, блядь. Мифик нахуй. Подбеги к хилам ближе, блядь. Как это еще двое, что ли? Дохли. Нахуй вы, нахуй вы бьете, сука. Хватит. Босс бежали. Исчез. Он когда исчез. Массакру, Лёх. Он когда исчез, давай, вообще, давай. Блядь, он. Он, сука, не потратит хп боссу. Убивайте. Пиздец, блядь, вы ебанутые, блядь. Че вы, ну. Выходите с огня. Забрал ее. Уходим. Надо вообще хилам в центре стоять, блядь, все этой катавасии, нахуй. Тут, блядь, чтобы вала не ебать. Минимум, блядь, движений делать. Вот так вот заебись будет проще намного. Прошли. Мобов подбиваем, чё вы их копите? Убежали. Минус 2 РДД. Звездочку в сторону стены бежим, если в нас метеор падает. Когда босс появился, бежим в сторону стены. Когда босс появился... Шалфир на хп дай. Босс появился, лоу хпшных добиваем. Добиваем. Юля, добей. Сейчас съебнем Туголь, добейте его. Спасибо. А, можно инер потранквилим? Давай, и Шалфир на ману еще, да, давай. Ловит. Ставь тотем, если есть. На ману Шалфир. Я тебя откинул. С огня выйдите. Вы... Так не стойте с углем, блять. Гомосек бич, нахуй. 40. Нет, 50. Блять, вы будете играть или что, нахуй? Че это за говно? 50 секунд до берсы. Пиздец просто, блять. Так мы этого Лара просто свечимся сразу. После приземления. Хуй Лара, блять, 10 человек. Без дубля. Бежали. Звезду вставайте. Хуй Лара, блять, вы свечнитесь. Дохните как пиздец, нахуй. Я в ахуе просто. Неужели, блядь, не видно нихуя, ни луж, блядь, ни мобов, сука, которые появляются под боссом. Босса бейте 15 лямов. Я хуй знает насчет мобов, нахуй. 3% мобы отнимают. Проводим. Берса? Берса. Ну, просто бичей много. Берса. Конечно, надо бить. Кто является? Сука, бараны, блять. Сука, ну пиздец. Выйти с лужи, нахуй, бить мобов, нахуй. И что может быть непонятного, блять? Ёбаные угли бьем РДД, нахуй. Босс падает метеором, появляются два моба, блять. Стоят возле миликов, их до 50 добивают, босс исчезает, РДД бьют до 20%, босс появляется, добиваете мобов, следующих двух бьют уже милики, блять. Что, сука, непонятного, блять? Там Рома на замене сидит. Вы бужрите. Уголь Invisible еще, по-моему, пришел. Ну так бьется уголь. Вы водите, когда на второй фазе, не прижимайтесь прямо к самой стене, только когда они уже умирать будут прям вот-вот, тогда уходите к стене. Вот по лепесткам вот этого круга води босса, ну, лужа в лепесток в другой, хилы по кругу, который вот центральный, по внутреннему, танки по внешнему, РДД на внешнем, нахуй, вам больше всего пробегать надо будет. А Айгот, нахуй, иди, короче, чиль, замена плюсуйте, кидайте пати замене. Айгот, третье место по ДПС, блядь. Какое, блядь, третье место, ты чё, угораешь? Да. Он в начале боя умер, чё-то какое-то третье место. Это... А чей-то ник, почти шаверма. Да это Седжума, он же по шаверме. Хочу шаверму. Нет, не хочешь. Шаверма ходячая. Потом... Да, я тоже шаву заебашу. Потом шаверма. Кого еще свичнуть, нахуй? Меня. Чтобы РДД побольше было. Так-то да. Шава заебись тема так-то. Макс, поставь шкаф, можешь смотреть по даунту? Не бойтесь, типа. Да, давай. Давайте, у меня на один травер. Провист на сову заходи. Либо считай, у тебя лицет есть?
Два РТД да, его добавим. Я уже улетаю, Долоран. Зачем? Ну все, замены начались. Я понял. Сова. На сову он, да. Ебать, я вообще бич, у меня там урона. Ну, упал. Ты вообще бич, что у тебя с уроном? Ты хоть, сука, демон? Ну я в демоне, да. Я бегаю, блять, мобы убегают, бегу за ними, кастую, опять убегают, бегу за ними. Тащи, как танки дамажишь. Портал себе поставь, блять. Да я ставлю портал. Сука, я ща въебу мут там, нахуй. Не надо. А чё, мифик, ой, точнее, Макс, на сову не хочешь зайти? Ну, демон нужен, портал. Пусть сидит. Нету да локов. Похуй. Был бы лок, типа, зашел бы на сову. Да, ну там, типа, помимо тебя много других людей косит. Да, Ром, судя по всему, тебе на сову надо идти. Стой, вот некромантика стой, есть. Стой. У него как не может зайти. Щиты, блядь, стой, не бегай. Дайте стамину. Посмотрите мордаун-то. Да ты там, что ты мне обмен даешь? Что там хоть с робота упало? Павловский токен и ДКш. Понял. А хули ВП Хант прохлаждается там, блядь? Да я убить не ебу. Домосек он пускай починит. Опять второй раз. Блин, заебал. Ты тут что-то заберешь по приору? Я посмотрю, что там есть. Ну так до этого еще надо смотреть, надо знать уже, блядь. Кольцо. Какое кольцо, блядь? Оно ну, никому не надо? Ну, а мне надо. А тебе, а ты его заберешь, блядь, по приору? Конечно. Кольцо с пробивкой? Давай я почилю. Пробитие мочка. Ты почему почилишь? Ты дамаг даешь, блядь, больше. У меня это нет, приора. Похуй. Дамаг даешь, значит будешь тут. У кого приора плюс чат? Где МВП Хант, блять? У меня приора нет, я тогда ливаю. Ясно, нахуй, гомосек, живешь, пока нахуй. Здесь вообще, блять, Солара, паладину, нахуй, ничего. Блять, я вообще в ахуе, блять, люди приходят на РТ, сидят, нахуй. Где МВП Хант, блять, куда он делся? Тыкайте, короче, сумму террориста, блять. Кроме как котенка, нахуй, замутить. Ухоли, рынка, один трай. Вторую фазу всем понятно, РДДшники, блять. По это, вон сейчас Заломаныч добавился, Равист добавился, вместо Роги, вместо кого-то. Бахните стамину, я пойду наверх. Побольше должно быть дамага. И выживаемость, самое главное, блять, этот, сначала свою расстановку смотрите, чтобы вы выжили, блять, чтобы вот не отлетели, не... на звездочку смотрите, куда бежать, блять. Вот ты только за звездочку немножко это... Короче, на тебе звездочку нахуй. Я вообще хил нихуя не понимаю. Вот сидишь. Да, просто... За мной приведется мощь. Води рейд, я если что сбегусь, я типа я сам не сдохну. Так, я короче попробую релогнуться, у меня почему-то не работает 4К4. Нахуя, я блядь. Вообще не... Ну вот я релогнулся. Пристабах сегодня, блядь, шмотки, будет. Шмотки сними одень. Так сними. Я снимал, одевал, не нет, работает, вот подожди, четвертый. Ты, короче, сними ёбаный шмотки, закасти что-нибудь в других шмотках. Одень ты 4 шмотки и закасти что-нибудь тоже. Давай быстрее, блять. Я пробовал, короче, и получилось. Вообще не надо вот это. Зашел. А Мазек вообще ни хера не похавал, ни масла, ничего, блять, нету. Сам, говорит, пей свое масло. Так, блять, не работает? После патча сержу. Вообще какую-то понятно. Хуйню пьет, да? Вон зелье силы на 35. Что-то парашу пьет, блядь. А Мосик, что за хуйня? Закастить? Ты готов? Нет, ебаный в рот. Призан, бедон. Там гамазек, Вика Сифилис. Вообще без манок, без банок, без масла. Вилания. Без манок, без масла. Масло, баста. Ты готовый, пуляй баста. По готовности. На следующем круге запульнешь. Угу. Беру когда? Давай сейчас, ну. Со мной откатится. Нахера. Похуй. Потом откатится.
Короче, первая фаза 10 минут берса, да? А вторая фаза 6. Да? На первой фазе нет берса, начинается только со второй фазы. Тут пишет 20, я думаю, что ее нету. Платформу меняют. Вот, сука, не хочет за тобой прыгать. Да. Боится, вроде с крыльями. Сейчас мелкого подведут, вон он мелкий идет. РДД уже развернулись, бьем его. Убить прям, блядь. Не гладить, как попиздел ладошкой, блядь, а убить. Даша. А, блядь, зергануть нахуй. Как то, часто ты гладишь? Кошку под столом. Сфинкса или нет? Сука. Опа, а чё это, блядь, тебя пробило так? Пробитие какое-то, блядь, произошло, блядь. Ох, пробитие. Рикошет был. Это уголь, свичнулись, задвигался. Свич уголь, блядь, слева, прием. Сука, хорошо, я же вижу, кто кастует босса, нахуй. Давайте в уголь ебашим. Удобрительное мучание. Задвигался в угля. Свич. Кто там быкует, нахуй? Угля, ты речь. Что, галлюцинации? Да. Понял. Угля, угля больше, ебаный покос. Верим. Чё, блядь, убьете его? Нет сегодня? Нам на РДД начинать играть. Следующий новый уголь. Босс на новую платформу летит. Чё это вы, блядь, сука, возле него стоите? Значит... Эй, читер, куда полетел? Нихуя. Кто читер там? Угля. Забери его с меня. Сзади угля РДД бьем. Прием. Уже позволяет прыгать нахуй куда угодно, мне похуй. Я макаси. Макаси, блять. Угля, угля больше, ебаните, блять, честное появится. Быстрее старого добивай. Вниз упал, повезло. Упал, блять. Да он тебя наебал. Я там бабуины летают. Чё, сейчас этот задвигается, бабуины. Только сразу свич. Готовимся. Все, в угля свич РДД. В нового, блять. Слева стоит, проводи. Смотрим на босса еще внимательно, блядь. Мирики, анонси там, анонси. Проводи немножко дальше босса, чтобы РДД могли жать. Босс не водится. Да, он про угли. А. Про уголь, типа, чтобы... Старого... Да, да, проводи, да, потому что им бежать, блядь, все равно на следующую платформу. А чтоб меньше бегать. Патрисия, на край. Старого добили, босса пару тысяч даем. Сейчас тот двигаться начнет скоро. Не, не могу дать, забей. Нахуй вообще, блин, на этой фазихе. Угля, свич, угля, блядь, быстренько, фуловый стейк. 5 секунд сейчас появится, блядь, следующий. О. Прыгнуть. Вниз, вниз, быстро, быстро, быстро. По платформам страхуем. Этот. Кружок страхуйте. Парарник. Вы что, бичи, блядь? На звездочку страхуем. Босса бьем. Куда он там летит, не вижу нихуя. Это. Пошли. На звездочку. Там есть таунт. Есть. Черный КБР. Кто там есть наверху? Этот. Он наверху или где лежит? Внизу. Он очень далеко. Иди, друй ты нули трес. Он на другой стороне, на кружке, короче. Иди, друй ты нули. Пускай он сейчас, блядь, не хилит, нихуя все равно. Сейчас не надо ничего делать. Вот внизу, внизу. А где уголь, нахуй? Убили его? Так, уголь будет после этого. Он же когда взлетает вверх, он углей не скидывает. Он, блядь, внизу, вон он, уж флага. Ёбаный, блядь, все пробежал платформу. Давай, блядь. Юля, спиной, блядь, встань, не могу частицу кинуть, нихуя. Во. Угля, свич, сзади уголь, перевернулись. Свичаемся.
Перевернулись, блядь. Заебал, блядь. Хуярим угля. Двойное сальто назад. Какой-то класс коррекции или что? Походу, блядь. Перевернуху, говорит, замутили. Угля, свич, быстрее, быстрее, угля. Смотрим на босса. Не хочу вайпаться, блядь. Прыгнули. Вниз, вниз, быстро вниз. Рарник, сука, быстрее. Рарник. А ты поторопись. У нас все скажет. Лет. Тихо, нахуй. На звезду быстрее бежим, блядь, успеваем. На кружок быстрее. Звезда, блядь, быстрее, 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 беги, 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 беги. Ну таунт. Массейв, давайте. Массакру дал. Сука, ёбаный в рот, блядь, дрочите, сука. Ресаем. Заломаныч, встать, призом встать, никого не ресаем. Быстро, быстро, встали. Встали. Атрисия призом нарезай. Ёбаный подвоз, нахуй. Нужно. Попроси только у кого. Мардаун, пожми по-братски. Блядь. Да дал я, дал я. Пошел Ямакаси. Или вниз прыгай. За это, забафываемся. Ямакаси. Милики вниз, пиздуйте. Заикаешься. Сука. Вниз быстро. Вниз нахуй. Быстрее, ёбаный в рот. Закрой рот. Дну. Юля, начинай. И не спрыгнули. Короче, бьём под боссом, Вика Сифилис, будешь забирать лоу ТП-шных, короче. Шалфир звездой водишь, в центре, от центра отойди немножко на вот этот круг, где локовский портал. Сейчас в центре босс под боссом их таунтить. А отойдите, где босс? Отойдите от центра. От центра отойдите. А где босс? Где босс-то? Сейчас, ебал. Какая платформа? Так, а чё так долго? Опа. Как слева, чё, баганул? А он забагался, походу. Он хотел перелететь, но не получилось. Так, пишите админу, мы убили. Пишите в ТП, блять, мы убили. Цель мертва показывает. Делут. Сейчас дай подождем 16 секунд буквально и все. Так, сделайте скрин, напишите админу. Может, следующая платформа вот это? Да как-то уже вторая или третья следующая платформа. Не-не-не, это вторая. Это он летает просто. Где нахуй? За пивом полетел. В другом мире, блять. Бля, ебаный Сирус. Боже. Каждому по котенку, все, бля. Может, мы это его блядь, обидели его. Я предлагаю не ждать. Крылышки KFC. Напишите, пожалуйста, скажите, мы убили, бля. Что-то произошло, и он пропал. Ну да. Они его не, мы победили. Великая победа Орды. Скажи, пусть на ПДПС уже видно, что нихуя не убили. Ладно, давай ЕПшку, я погнал. Скоро следующая платформа. Так, если да, вы не скоро. Можешь огненные пели ждать надо, я хуй знаю. 15 секунд еще. Хотя, а всегда Бельсерк был в ДБМе 11 минут, мне казалось, он должен был меньше, там, 10. Что, Синтек, напишешь на форум? А что писать? А, блядь, скажет, то просто перезапустите босса. Да ну пусть просто вернут там его, в смысле, блядь. Огненные пели, прыгайте вниз. Скажи, топовый трай, убили, заряженный. Все. Пошли, выходим с инста, нахуй. Ладно, давайте, удачи. Давай. На, до связи. Бля, главное не обновляйте, а тут трэш и лестница, блядь, еще не дай бог. Плюс вороночки. Хоть одна выпала воронка вообще? А-а, ни одной. Кто последний, тот гей. Топ, я последний, иду. Кто последний, кто второй после Катрисы, тот гей. Дерево полетело. О, выход из боя. О, минус бой, нахуй. Стой, не выходи. Слава, бежит ему похуй. Да не, он все равно что там летает, походу. Так, можно сейчас отбагался и сейчас... Ну шо, где мой приз? Сейчас, блядь, придем, а там два Лара, блядь. Один в центре, один сверху. Нормально, знаешь. Такой бутерброди, короче, просто и все. Че, все вышли? Вроде да. Выходите, выходите. Курить. Там он МВП хант есть. Сверху. Обновляй. А зачем вы им ЕП даете, я не понял. Надо обновлять. Ну, босса били так-то, робота. Ага. Мне не давай тогда. А я думал, что, блядь, в рейд давай.
Лети, блядь. О, я еще 5 минут мне надо. Заебал, нахуй. Ну что, заебал? Никаких ты приедешь минут? Мне в этом фартуке готовить будешь обеда, нахуй? Ну, я приготовлю, да. Фартучки. Туда его, туда. Только я буду голышом, а фартук сверху пойдет. Так это... О, я знаю. Это к мордаун тебе. Это ко мне. О, что будешь? Обед в ванной или меня? Ты либо к мордаунту, либо к Дане он едет, а вот Нямка. Два человека такое. Я тебя жду. Занимался пару нюдисов и кофе. Там у Данечки ручки вставляют сразу. Но... А, гомосек в танка. Что, вернулся нахуй? Ну да. Ля, может, пидор. Может, напишем реально, что... Ну и чё? Они просто придут, нам переведут чё? Сразу на вторую фазу. Напиши, что мы его убили. Да, они потом видос попросят. Ну, в смысле, мы то его на вторую фазу перевели. Нам должны просто перевести его. Он должен его шопнуть и перевести. А кто его? Зачем вы его ударили? Можно курс молодого бойца, что делать? Да, ты что делаешь? Ебать, кто-то снежок нахуй кинул Валара, блядь. Это Starfall. А, это Starfall? Да, блядь. Конечно, Starfall. Благодарю. Я извинился, я писал в поддержку и случайно его нажал. Дай ГП, типа. Окей, кидай. Пизду, хоть посочка, ладно, похуй. Да ну типа, ну это кринж, я не знаю. Кринж, 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 когда это была вчерашняя поддержку? Кара. Поддержку? Это кринж, хочешь сказать? Мы не ходили вчера в кару. Кто спулил? Я говорю, нажал Starfall, пока печатал текст в поддержку, в помощь. Равист. Ну, и чья это проблема? Ну, кринж. Без проблем. Да вместо мифика бери притон. В смысле? Да, можете притон взять. Шкаф только ёбнет. Сейчас шкаф ебану, да. Я думал, ты снежок, блядь, полетел. Ну, это ВХ отправил за звездой Старфоловской снежок. Расчехляю вип-форм. Не знаю, просто ты говоришь, как будто у тебя сама там что-то сама может кастовать. Без себя. Я тебе говорю, я печатал текст и нажал на эту кнопку. Ну, блядь, ну все, что вы начинаете? Мискликнул человек, ну ебаный в рот, нахуй. Ну это откуда знать, что, сука, блядь, скиллы указываются, пока ты печатаешь текст в поддержку? Ну, кстати, да, в альтабе не должно. Да все, все. Да не в альтабе, я в игре писал. Я вас чего выпал. Короче, два лука не принимают пати. Мы заехали, блин. Балох. А я рейди, если что. Я уж почти съебался. Я нужен там или нет? Да. Бля, там же и притон, и Ильяночка, и некромантика, все сидят, где они, блядь. Ну я там шкаф Чилит поставил. Чилит на локах. Чё? Вот Ильяночка. Сегодня какой-то общий тык, сбор локов. Тык-тык-тык, стик-фингер. А, чё, локи? А, я смотрю. Это чтобы локи в онлайне. Это чтобы Витя лока не делал, я понял. Слава, расскажи, пожалуйста. Ладно, если... На друиде нужен буду, скажите. Я в дискорде буду. Где вы? Пишите, они услышали твои слова. Всем привет. 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 А вы сейчас лока? Привет. Да, мы лока. А, ну ладно. А АЗС уже закрыли, да? Да. Почти. Я, короче, начал создавать тему, там, блять, этих тем по поводу Алара, то, что он багается на Старфазе, очень много. Ну да. Да смысла нету, я говорю, писать. И, типа, у некоторых он прям три раза подряд багался. И чё им отвечают? Есть рыба. Перезапустите и заново бейте. Ссылка на стрим, завтра создайте. Слава, скажи, заново, что делать, повторите. Что ты хочешь от меня? Это как кто спрашивает? Гомосек. Пиздец. Кого я в гильдию набрал, нахуй? Ну, кого, блядь? Ты меня почаще кикай из боссов, я у тебя чаще буду спрашивать, блядь. Внизу... Вот так вот, туда его нахуй. Понял, нахуй. Внизу стоишь и мелких танчишь. Лингрен, ты теперь страхуешь. Сифилис и Винаши наверху бегаете. Кого мне страховать? Страхуешь, когда не успевают добежать до звезды или до кружка. А, короче, смотри, если он взлетает с кружка, я иду, блядь, в звезду тут же, ну. Да. Если он взлетает, допустим, ну, типа со звезды, я иду тут же, короче. Да, вот, да, да. Чтобы и поднимаешься, вот смотри. Знаешь, да, насколько я подниматься? Понял. Чтобы. Нет. Смотри, вот до сюда поднимаешься.
Что с той, что с этой стороны, вот до сюда примерно поднимаешься. Что там при собак будет, нет? Как только босс начал лететь, тебе уже тогда идешь до звезды, чтобы не было такого. Я не знаю, где там дамажит, типа смотри сам. Ну, примерно до половины поднимаешься и все. Если что, ревностный есть. А только у рейда ревностного нет, Лёк. Все, короче, на замене. Пишите и говорите, еще здесь. Нормально ты устроился. А чё всех локов потикали? Ну, бля, выгнали меня, взяли другого. Чё? Выгони меня, выгони меня. Выеби меня, выеби меня. Осуждаю. Зато в жизни такой стесняшка везде. Кто, я? Не, нихуя. Отсутствует мордаун, Транквилла, вы тут? Да, погоди, я кочь настроил. Транквилл написал, пока 2 минуты. Пиздец, блядь. Транквилла тут? Принимайте, блядь. Рарник. Мордаун. Блядь, даже я хочу даже делами выдать.